Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам об уходе за мейн-куном. Мейн-куны – одни из самых популярных кошек в нашей стране. Этих животных ценят за уравновешенный характер, высокий интеллект и необычный внешний вид. Чтобы мейн-кун мог проявить в домашней обстановке свои положительные качества, ему необходим правильный уход. Давайте рассмотрим особенности содержания этих кошек подробнее. Мейн-кунам необходимо большое личное пространство, а для этих кошек крайне важно иметь свое собственное место, в котором они смогут отдохнуть. Представители породы плохо подходят для содержания в маленьких квартирах, им там не хватает места. Идеальным вариантом для содержания мейн-куна является загородный дом с собственной территорией, на которой мяукающий питомец сможет гулять. Мейн-куны – кошки, которые нуждаются в тщательном уходе за шерстью. Расчесывать шерсть представителей породы необходимо несколько раз в неделю специальной щеткой. Периодически можно использовать пуходерку. Купать этих животных следует по мере загрязнения. Мейн-куны обожают водные процедуры, поэтому купание кошки не доставляет владельцу особых хлопот. Мейн-кунам необходимо несколько когтеточек, причем как горизонтального, так и вертикального типа. Эти животные любят точить когти разными способами. Если не купить представителя породы когтеточку, мяукающий питомец будет точить свои когти о мебель, ковры и обои. Уши, зубы и глаза мейн-куна должны находиться под тщательным контролем хозяина. Владельцу представителя породы важно регулярно осматривать их и чистить. В противном случае можно столкнуться с заболеваниями этих органов у животного. Мейн-куны обладают острым умом и морем энергии. Этим кошкам необходимы постоянные физические и умственные нагрузки. Представители породы отлично поддаются дрессировке. Более того, они обожают, когда хозяин учит их каким-то несложным командам. Например, дать лапу или принести какой-нибудь предмет. Для поддержания хорошего самочувствия и отличной физической формы мейн-кунам, как и всем кошкам, необходимо сбалансированное питание. Если вы выбираете сухой корм для вашего животного, важно, чтобы в нем содержались все необходимые для мяукающих витамины и минералы. Если вы за натуральный корм, то идеальными основными продуктами для мейн-куна станут вареное мясо, субпродукты и вареная рыба. Что касается мисок, то у мейн-кунов они должны быть большими и тяжелыми. Представители породы отличаются силой, и легкие маленькие миски они будут постоянно переворачивать. Если вы хотите завести себе мейн-куна или уже являетесь владельцем этого нежного мяукающего гиганта, не забывайте о перечисленных правилах содержания. Правильный уход за мейн-куном способен сделать из представителя породы идеального питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!